ходе рейдов сотрудниками полиции изъято больше 1000 единиц пиротехники. Салюты лежали на прилавках незаконно. На владельцев торговых точек составлены протоколы, материалы направлены в суд. Также из незаконного оборота изъято в этом году более 50 тонн алкоголя. В праздничные дни под особым контролем госавтоинспекторов безопасность дорожного движения. Водители транспортных средств, будьте любезны, поменяйте летнюю резину на зимнюю и передвигайтесь по территории Красной Поляны на зимней резине. Зимняя резина у нас обозначена знаками М+С, либо горная вершина со снежинкой. Будут выставляться экипажи на подъезде Красной Поляны. На автомобили на летней резине допускаться туда не будут. Для обеспечения правопорядка и безопасности важно взаимодействие полиции с общественностью, подчеркнули на брифинге. Представители домовых комитетов, ТОСов, квартальные – это главные помощники правоохранителей. В таком тандеме в Лазаревском районе работает участковый Роман Климченко и председатель ТОС Татьяна Цетер. Полицейским удалось навести порядок в многоквартирном доме. Мамочка, которая употребляла спиртные напитки, наркотики, и, в общем, ребенка бросала одного даже, и потом уезжала с этим маленьким ребенком. То есть постоянно ее искали. Домой возвращалась, это пьянки, драки с матерью. В общем, весь подъезд просто был в ужасном состоянии. Поэтому вот благодаря нашим участковым, которые активную работу провели в этом направлении, наконец-то с ней уже справились, ее, по-моему, наказали. И сейчас решается вопрос о ее ребенке. В целом на каникулах в городе пройдут более сотни общественных мероприятий. В охране правопорядка будут задействованы почти 300 полицейских и 100 представителей казачества.